Региональная творческая акция «Рисуют дети» в 16-й раз прошла в городе Бресте. В рамках двухдневного форума учащиеся общеобразовательных и художественных школ, гимназий, воспитанники студий изобразительного творчества, внешкольных учреждений, победители районных, городских и областных конкурсов Бреста и Брестского района, всего около 40 человек продемонстрировали свои возможности и таланты, изобразив с помощью красок и карандашей свое видение событий Великой Отечественной войны и Дня Победы. 16-я творческая акция «Рисуют дети» проводится 1 июня 2024 года в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» и проводится ежегодно с 2008 года в День защиты детей. В этом году тема акции «Июль 1944 год. Ясное небо над Брестой», и она посвящена 80-летию освобождения Беларуси, города Бреста и крепости от немецко-фашистских захватчиков в июле 1944 года. Приурочено две номинации. Первая номинация – это «Освобождение. Пролог победы». Она посвящена героическому освобождению Брестской крепости в июле 1944 года. И вторая номинация – это «Летопись войны в нашей памяти». И она посвящена сохранению памяти о событиях и лета 1944 года. А по итогам этой акции в сентябре, 21 сентября, будет открыта выставка в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». В такой ответственный день рядом с юными дарованиями опытные наставники, которые не меньше переживают за своих подопечных. В процесс написания картины стараются не вмешиваться, лишь местами подсказывают, дают возможность таланту ребенка раскрыться. 9-летняя художница Ксения Карпик увлекается рисованием около года, и участие в акции «Рисуют дети» принимает впервые. Соответственно, волнение присутствует. Однако поддержка педагога, который находится рядом, помогает юному дарованию расслабиться и изобразить на холсте задуманное. Я буду рисовать смешанные техники гуашью и карандашами. Проект «Рисуют дети» мне очень нравится, потому что я всегда мечтала рисовать на природе. На холсте я изображаю с одной стороны военные действия, а с другой – мирное время. Я думаю, что такой проект нужен для того, чтобы не забывать то, что уже прошло. Напомним, что основная тема акции «Июль 1944 года. Ясное небо над Брестом». Участники конкурса признаются, что писать картины на такие темы непросто, но очень интересно. Тем более, находясь на священной земле, где каждый камень буквально пропитан атмосферой трагических страниц истории. Первый раз мне достаточно интересно тут на улице порисовать. Рисую я вот памятник. Сейчас только начала это все делать. Я надеюсь, что это не очень сложно будет. Рисованием я занимаюсь примерно 2-3 года в художественной школе. И так дома еще как-то до этого рисовала. Лучшие рисунки участников пленэра и конкурса творческих работ представят на выставке, которая откроется в Музее обороны Брестской крепости 21 сентября в Международный день мира.